Всем привет! Это видео о том, что в моей палатке. Я уже делала видео о том, что в моей сумке. У меня есть видео о том, что в моем номере отеля в Дели. Год назад снимала это видео. А сейчас я недавно вернулась с моря. Тоже сейчас смонтирую, покажу, какое видео там сняла. У меня в палатке очень классно. Это одноместная палатка, которую мне дали погонять. А сейчас я вам покажу, что у меня в ней есть. Здесь у меня маечки, которые я купила в Тхармашопе. Они просто потрясающие. Очень удобные. Очень красиво смотрятся. Написано ответ за пределами коробки. Я думаю, это о том, что ответ за пределами ума. Наш ум — это вот коробка, и очень часто люди, наверное, живут в пределах своей коробки. Эта майка будет агитировать всех, кто будет смотреть на нее, она заколдована, чтобы они мыслили масштабнее. И еще одна майка, отличная вообще, 111 111 раз. Too smart to be lazy. Она будет напоминать мне о том, что все-таки первым делом ньондра. И я, наверное, буду ее... Нет, простираться в ней мне будет, наверное, жалко. Все-таки попростираюсь, приму душ и одену эту майку. Здесь у меня Moleskine, в который я записала не одну супер пронизывающую фразу от ламы. А внутри у меня здесь очень интересные штучки. Открыточки, веревочки с посвящения, фотография кармапы, одна для меня. Есть еще здесь для нашего БЦ. Это Томик передал 4-3 фотки и одно изображение зеленой тары. Так, фокус. А здесь это мои. Тоже зеленая тара. Фотография ламы с Ханой, вообще потрясающая фотография. Здесь еще у меня с собой Наташи Новоселовой открытки. Я уже больше половины раздарила, я взяла у нее перед отъездом вот эти открыточки венчать, Алмата, Казахстан. Тут есть еще одна классная, самая популярная, я ее очень люблю дарить. А нет, не это. Это тоже классная. Вот, вот это. Я хочу делать мир радостнее вместе с тобой. Все очень радуются, когда я дарю открытки. Сегодня в Гомпе подарила очень много. Так. Ручка, которую мне подарила Вероничка. Спасибо. Ну и вот, привет, компьютер. Еще была бы розетка в этом. Палатки цены бы не было. До сюда иногда ловит Wi-Fi. Купила себе подушку для медитации от местного центра. Очень классная. Diamond Bay, буддизм, карма, как делинич, пова курс, Винница, Булгария, 2013 год. Мне на память супер вещь. Я очень рада. Такая же есть, но потемнее цветом. Разобрали, к сожалению, все вот такого же цвета сумки. Вот, тоже такая классная сумка, handmade, джинсовая. В сумке, что там, про сумку видео уже было. Это же самое. А вон, это, масло грецкого ореха брала с собой на пляж. Оно очень классно впитывается, нежирное и отлично способствует... Вот такие заклепочки, отлично способствует загару. Здесь лежит моя другая сумка, про которую я уже показывала, рассказывала мне. Вот у меня такая штучка, подарочек. Красивые сердечко, крылышки. Ну и тут всякий став. Палаточные эти кармашечки. Кружка, термокружка. Вчера я потеряла, потом нашла. Вещички. Какая у меня маленькая палатка, оказывается. И рюкзачок, и вот и все мои вещи. И на улице стоят новые кроксы, которые я купила в Москве. Они классные. Ну вот. И тут еще полочка, на ней лежит веревочка и браслетик. Окошки я закрыла, потому что дул сильный ветер. Вот так вот выглядит палатка.
девочки-буддистки, приехавшие на Пхову. Pensar.